Агропромышленное научно-производственное предприятие «Визит» создано в 2000 году. Его основателями являются два брата – Петр и Николай Юрчешины. На предприятии работает более 2000 сотрудников. «Визит» занимается смешанным сельскохозяйственным производством, а именно выращиванием зерновых и бобовых культур на площади 15 тысяч гектаров земли. На предприятии работает фермерский комплекс по выращиванию свиней – 10 тысяч голов. Также действует молочно-животный комплекс, в котором есть 3 тысячи голов дойного поголовья и который на сегодняшний день уже производит 50 тонн молока. В структуре предприятия есть завод сухого обезжиренного молока, который имеет возможность переработки 400 тонн молока. Производится качественная и разнообразная продукция – сыры, твердые сыры, кисломолочная продукция, масло, сухая сыворотка и сухое молоко. Реализация молочной продукции осуществляется как в Украине, так и за ее пределами. Экспортируется в Казахстан, Россию, Молдову, Азербайджан и Грузию, в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Китай, Японию и другие страны Азии. Сейчас проводятся переговоры о поставках детского питания в Китай. Также предприятие завершает строительство нового завода, в котором 9 цехов. Это производство моцареллы, твердых сыров, плавленых сыров, сгущенного молока и сливочных сыров. Завершено строительство элеватора на 100 тысяч тонн, комбикормового завода на 40 тысяч тонн. Для лечения и профилактики болезней опорно-двигательного аппарата у людей построен санаторий на 800 мест со всей инфраструктурой – бассейны, аквапарк, дельфинарий, салоны красоты, спортзалы и магазины. Также проводится переоснащение действующего санатория под Международный центр реабилитации детей с врожденными недостатками, синдромом ДЦП и другими. Все это – возможность заботиться о здоровье людей, которые нуждаются в этом. Это возможность создавать новые рабочие места и работать с добавленной стоимостью на экономику страны, наладить новые партнерские отношения со многими странами.